Пейхую будешь? Позже с пейхую. А до этого он мне говорил, хуя буду. Сейчас я потоньше дам. Такая вот у нас уже нарезанная, очищенная фейхуя. Попробуй. Ну как? Вкусная она? Вкусная. Обычно ее с медом мама всегда делала. А у Димы аллергия на мед. Сейчас я пока мед еще не даю. Аллергии уже нету почти. Так, давай, наверное, чуть-чуть маме оставь. Вот, аллергии, может быть, сейчас нету, но пока Димочка еще болеет. Я пока что не даю, потому что начнется сейчас аллергия. Вообще будет начнется кошмар. Да? Да. Что ты кушаешь? Бананы кушаю. Фейхуя, да? Фейхуя? Фейхуя. Вкусная? Вкусная. Ты какой у меня всеядный. Хурму уже вот съели. Тут моя осталась. У нее вот были косточки. Как тараканы, кстати, лежат. Вообще сейчас редкость большая, чтобы у хурмы были косточки. В этой вот маленькой вот такой вот есть. Кого? Апельсин? Мандарин? Мандарин рядом. Будешь мандаринку? Будешь мандаринку. Всем приветики! С вами канал Артмания. Тютюнь обутился. Мы с Димочкой идем гулять. Вот Дима по-прежнему температурка маленькая. До 37 доходит. Да? Но мы ходим гулять. Потому что после прогулок она спадает. Свежий воздух. Да? Вот мы оделись уже. Я вот уже оделась. Тут вот расстегнула, чтобы присесть. Так и бывает. Тебе не нравится, что я расстегнулась тут? Я потом застегнусь. Рюкзак берем и идем с тобой вместе гулять. Да? Да. Дышать свежим воздухом. Да? Да. Все, пожелать нам приятного пути. И вам тоже. Если вы собираетесь потом, после ролика, куда-нибудь пойти. У нас выпал снег, нормальный снег уже, наконец-то. Вчера вечером начал, и сегодня идет. Там уже дорожка вон вся в снегу. Диму еле вытащила на улицу, убиралась с утра. С утра покушали, а потом я все протирала от вирусной инфекции его специальным средством. Всю мебель протерла. И вот, наконец-то вышли. Время у нас уже обед, а мы вот чуть-чуть. Ну, шарики, пусть лежат чужие шарики. Это же чужие. Листочки видны немножко. Наконец-то снег уже выпал. А то без снега вчера мы выходили. Я прям вообще замерзла даже. Ты рисуешь, что ли, лопаткой? Тут хорошо стало. А то так здесь песок, грязь. Сейчас вот песка не так много. Ну-ка, дай-ка лопатку. Ты не так копаешь. Ой, ты разучился копать, что ли? Вот же, смотри. Оп. Оп. Давай. Вот такие снежинки. Снежинки такие.
Надо варежки надеть. Забыли. Чего? Вот такие листочки. Ох ты, как великан прям пришел. Скажи, что ты, мама, тут делаешь без меня? Я сейчас тебе все испорчу. Да? И там зелень осталась среди снега. А тут березка желтая. Желтыми листочками. Чего? Все? Правильно, рукой быстрее, да? Давай лопатки. Давай, я покажу, как это делается. Мама все умеет. Ты куда пошел? О, Дим, не падай. Падать не надо. Снег грязный еще пока. Значит, домой сейчас пойдем. Саря ходит у нас. К варежкам уже прилип снег. Все. Дай, прилип уже она. Хулиган. Что делаешь там? Ай? А, ты хочешь теперь здесь снег навалить, да? Горку? Не знает. Не знаешь? Знаю. Ну, то, что ты не знаешь-то. Трактор. Получилось, елочка. А потом вот так посередине еще. Оп, оп. И у Димы получилась елочка. Из следов, да? И у мамы получилось, и у Димы. Ну что ты все за это заделываешь?